Пешеходам быть готов. Эти слова про воспитанников подготовительной группы детского сада «Солнышко». Сегодня они сдали первый в своей жизни экзамен, которому предшествовал целый год изучения правил дорожного движения. Итоговое занятие прошло в игровом формате и без выставления оценок, но его значимость от этого не становится меньше. Ребята показали, насколько они готовы к самостоятельному участию в дорожном движении, когда пойдут в школу. Красный, надо стоять. Желтый приготовиться, а зеленый идти. Если нет тротуара, где идти? По обочине. По обочине. Нельзя ехать на красный свет светофора. И надо, если стоит пешеход, надо пропустить его. Крепкая подготовка юных пешеходов видна с первых минут экзамена. На поставленные вопросы отвечают быстро и в большинстве случаев правильно. В дорожных знаках ориентируются на пятерку. Бежали в треугольник. И шофер, и все на свете понимают близко. Дети! Даша понимает. Молодцы! И даже самые сложные и непонятные темы ПДД правилами регулировщика дошкольники справляются без труда. Хорошо. Стоим. Кому можно переходить из рук? Правильно, молодцы! Кому можно? Кстати, в первый для ребят экзамен организаторы добавили соревновательного духа, поделив группу на две команды – пешеходы и пассажиры. Впрочем, победила, конечно, дружба. И все ребята получили удостоверение юного пешехода. Совсем скоро они пойдут в школу и уже точно готовы к самостоятельному участию в дорожном движении. Это стало возможным благодаря проекту «Культура поведения на дороге». На его реализацию Центр развития ребенка «Детский сад «Солнышко» получил грантовую поддержку на ежегодном конкурсе социальных и культурных проектов компании «Лукойл». Средства позволили оснастить тренировочную площадку около детского сада знаками дорожного движения и электромобилями, где дети учились культуре поведения на дороге в безопасных условиях. За время обучения было проведено большое количество занятий с детьми, семинаров с родителями и педагогами. К проекту присоединились сотрудники комплексного центра социального обслуживания и сотрудники ГИБДД. Все вместе они воспитали достойных пешеходов. Ирина Цепетова, Леонид Шишелов, телеканал «Север».